Добрый день, друзья! Муж сегодня сходил в магазин «Восточные сладости» и купил там вот полный такой контейнер, такое крупное земляники сорта «Виктория». Какой сорт «Виктория» я точно не знаю, но такую крупную мы давно не ели. Скорее всего, привезли из Турции. А также снова будем делать смесь для наших каш. Вот я финики почистила от косточек. Курага. Изюм. Чернослив. И орехи. Ну, все, будем вот по частям, по каким-то разделим на части. Все будем складывать в одну тарелку, перемоем. Мы все промываем, чернослив, курагу, изюм, финики. Затем перебираем орехи и орехи прожариваем на сковороде. Затем все смешиваем. И можно прокрутить на мясорубке, но мы крутили на блендере первый раз. Муж на блендере все это перекрутил. И уже в предыдущих видео я показывала, какую смесь мы кладем в кашу и рассказывала. Вот такие смеси кладем в основном это в овсяную кашу. Без соли, без сахара ее варю на воде. И вот печень и поджелудочная уже вторую неделю я ем. Печень и поджелудочная у меня не болит. Всем доброго здоровья, мир дому вашему.